Мне страшно. Я не поеду в незнакомое место к незнакомому человеку. Это похоже на какой-то обман. О, еще один. Чего грустный такой? Алло, чем я могу вам помочь? Я не мошенник, я всего лишь актер. Но это не означает, что таких историй не бывает в нашей жизни. Если вы вдруг попали в такую ситуацию, то вы можете обратиться к своим близким, либо позвонить по номеру 113, и вам помогут специалисты. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, берегите себя.